Привет, друзья Блейда и друзья Бейблейда. Сейчас у нас будет реакция на 49 и 50 серии Бейблейд Динамит Батл. Вот комментарий с предыдущего ролика и, короче, погнали. Да, даже вступление совсем разучился делать. Фиг меня. もちろん、ラシャドだ。思いっきり泣かせてやるのだ。泣くのはお前だ。またを思いっきり泣くがいい。よっしゃ。明日はベルとラシャドの対戦やで。ついにラシャドとバトルだ。デンジャラスタイム。落ち着け、アミゴ。早く明日になればいいのだ。よっぽどラシャドとバトルしたかったのね。今夜は眠れないよ、きっと。そりゃまずいな。少し頭冷やさねえと。 アリーナの展望デッキに行ってみたらいいんじゃないですか。展望デッキ？面白そうなのだ。よし、行ってみるのだ。ちょっと心配だな。俺もついてっか。一人で行かせた方がいいと思うよ。なんで？ Это где они находятся? Тут прям такие пространства, просто прикольные, красивые что-то. А, сейчас будет соревнование это, они будут бегать, получается, с Рашадом. Ну, нам в превью предыдущей серии показывали. Я уже даже подзабыл, потому что что, ну, потому что прошло что, 2 недели уже? И как бы... Ну все, уже подзабыл, что было. Но сейчас, короче, они соревноваться будут. Что-то спорят. うまく言えないけど、この頃ベルとラシャドはバトルの時しか会えてないし。当たり前じゃねえの。あいつらはライバルなんだぞ。分かってるよ。だからこそ。ね、ジージ。ジージもラシャドがいるのを知ってたの？はて、何のことでしょう。どうなってもしらねえぞ。 Да, вот все начинается, куда-то они бегут, уклоняются от этого. Ну, короче, это просто обычная спортивная площадка, но этих, с препятствиями совсем. Типа, кто до финиша дойдет? А, Белл, все. Нога сяна подвернулась. Но, кстати, я этого ждал. Подожди, как? А так можно было? Все равно добрался. Хоть и второй. А, это еще не конец, то есть это еще дальше. Куда-то бегут. Надеюсь, Рашада все-таки уже кто-нибудь победит. Задолбали уже. Рашад. Победитель фигов. スタミナバージョンですよ。これを食べてぐっすり眠れば疲れなんか一発で吹っ飛びますよ。いただきます。ルールは魔王が決めるのだ。 覇王の道に立ちはだかる奴は絶対に倒しな。覇王のバトルで。イエーイ！ワイチェンカーズ！エクストリームツーリーメンバー！
Ну, короче, а кто будет играть сейчас? Ну, скорее, Белл против Рашада, я думаю. Ну, не, подожди, Белл против Рашада, я думаю, в самом конце сезона должен быть. Ну, не знаю, не знаю, посмотрим. Ваки вообще в этом сезоне, это прям просто какой-то такой герой, который, он просто говорит всегда что-то, он типа, который, ну, я не знаю, как-то Ваки тут добавлять. Это чисто как, ну, не знаю, он просто как организатор именно всего этого. И все. На самом деле, в пятом сезоне была такая же фигня, хоть у него был бой, но как бы толку особого тоже не было. Так, да, Белл против Рашада все-таки сейчас скажет. Ну, посмотрим. Ой, это чё за нафиг? А так можно было? Не, в реальности такое не будет, но... Прям такое... Вероятное вращение какое-то. Ну, прикольно. Прикольно. Так. Капкан, когда файли откроется, интересно. А, Рафаэль на хаймоде идет? Подожди, я что-то... А, какой... На каком хаймоде? Блин, я, ребят, туплю сильно. Какой хаймод нафиг? У Рафаэля нету хаймода. Чё я туплю? У него вообще режимы не меняются. Извините, конечно, но, блин, это было настолько тупо, реально, что... Как я это сказал? Типа, просто я почему-то сказал, что это... Потому что у него же овер стоит, и типа, сами знаете, что... Он, можно сказать, уже в хаймоде стоит, потому что обычные слои, если поставить на обычные слои эти... ДБ-диски, то получается как раз-таки эти... Будет казаться, будто это Бэй на хаймоде даже. Потому что тупо расстояние будет между диском и слоем. Расскажем, даже хаймод в ДБ, это даже не хаймод, а просто обычный режим. А если лоу мод, вот он уже, допустим, существует, потому что он уже реально низкий, и остальные слои, они, то есть, были всегда выше. Ну, короче, тупо тебе сказал. А, типа, их не сильнейшие атаки? Ну, вроде... Да, кстати, это атака, которая тогда расфигарила Валькирию, вроде бы, и Рафаэля. Или кто? Валькирия же и Рафаэль были? Валькирия точно была? Чё-то... Я забыл. Ну, когда, получается, тройной бой был? Да, по-моему, Рашад же тоже был, вроде. Так, посмотрим. Тварь, долбанный Рафаэль. Ну, Рашад же выиграл. Ну, первый взорвался именно Вэлио. Подожди, одновременно разве? Вэлио. Угу. Белел первый взорвался, в любом случае. Ну, короче, да. А, Рашада Гудмана побеждает. Как же это нехорошо прям. Офигеть. Видите, у дракона маникюр. У него эти ноготки крашеные, еще и это, еще рога и здесь, и даже зубы, он это колгитом пользовался. Всем рекомендую.
Там дофигищу этих специалистов вам рекомендуют колгит использовать, поэтому, да. О, Вальт пришел. И чё ж ты тут забыл, Вальта? Идиот такой серьезный. Сейчас я вас всех разнесу. Не, мне показалось, нифига он не серьезный. Вальт вообще серьезный, может быть? Чё, серия уже закончилась? Ну ладно, мы все равно две серии делаем реакции, поэтому... Как бы... Серия как серия. О, следующая, кстати, мне что-то интересное, потому что там Шу и Вальт. Это самое интересное, как-то, О, еще Вальт против Рошада, вот это вот тоже интересно. А, я понял, у них был тройной бой, потом получается сначала тройной бой, потом 1-1 на они, потом 1-1, 1-1 другие. Так, короче, уже серия закончилась, погнали дальше. Вальт против Рошада дебют. Вот сначала нам покажут какие-то... А вот это мне нравится. Мне нравится, куда битва Вальта против Шу. Все, это канон, как бы, и все. А, короче, а остальное мне как бы не особо заходит. ベリアルがエッジに接触してるだろ。それだけじゃない。もしバーストせずにもう一度デンジャラスタイプを決めていたら ラファエルを確実にバーストさせていたはずだ。そうだ。それが魔王の作戦だったのだ。でも負けは負け。次は必ずバーストさせてやるのだ。 ベルのやつ、そんなすげえことやろうとしてたのか。おそらく、ベリアルがセンターホールから飛び出すことまで計算してたんだろう。やっぱ魔王だぜ。 Нет, я не знаю, что касается битв, все как-то становится к концу сезонов именно более скучным. Именно я не знаю почему. В первом сезоне почему-то мне еще как бы нравилось все, я там, это, как бы, как персонажем, типа, Луи я терпеть не мог, и типа, бой, это, типа, против, ну, Шу против Луи, я прям горел, чтобы его прямо победили. Вальт против Луи, ну, это понятное дело, чтобы это, он его хоть одолел, это потому что он одолел Шу, типа, как бы вот так вот. Второй сезон, ну, не знаю, там такая есть тоже бои довольно-таки были. Интересно. Блин, только по второй сезон вот заговорите, и все, и сразу он появится. Блин, голос шучу. Блин. Фига себе. Прям это озвучка. Так, сезон прям. Кайф. Все-таки русскому дубляжу никак не сравнится с японским. И старые сезоны были куды лучше. Да. Так, ну все, теперь прямо мощно хватало. Так, у нас что? Вальт против Фригена. Вальт против Шу. Мощно так. Так, видите, да, пробуждение, типа, это как в первом сезоне было. Валькирия прям задымилась, прям офигенно так. По сути, Валькирия, именно вот эта ультимейт, это прям такая, которая пробуждается и в слой, и в драйвере сразу. Потому что, ну как бы, драйвер он стирается, слой он стирается. Еще бы диск сделать это стирающимся деталями, было бы офигенно. Произнес Валькирию. Ну, не знаю, против новой Валькирии так это хорошо не потянет. Блин, да лишь бы Рошад, ё-моё, выиграл. Ну, достал. Но что-то у меня какое-то ощущение, что все равно выиграет Рошад. И будет очень печально.
что мне идет долго. Он что тупит тоже опять. Поэтому, возможно, это будет проблема со сдвигом звука. Ой, лишь бы с камерой ничего не произошло. Если с камерой будет какая-то фиговина, это будет мучительно. ラシャドはセコンドをつけないつもりなのか。そんなのいなくてもバトルはできるのだ。お前はセコンドの大切さが分かってない。昨日までの対戦成績は大黒テンベルト、ラシャドグーズマンが1勝。今日ラシャドグーズマンが勝てば2勝で優勝が決定するぞ。嘘だろ。なんでラシャドが優勝なのだ。そうなの。脇屋が最初に言ったじゃないか。 2時も聞いてますよ。なんで聞いてねえんだ、アミゴ。なんぞだって聞いてなかったのだ。青いバルトに勝って優勝を決める。そのために指名したんだ。分かってる。俺も燃えるぜ。ファーストバトル。レディーセット。3、2、1。 Блин, либо у меня с видео какая-то фигня, либо это у планшета такое. Я вообще не мог эту серию или нету. А, я не мог именно скачать серию, которая была 49-й. С ней это была проблема, поэтому я скачал более низкого качества, там, ну, смог скачать всё-таки. То есть, сложновато у нас будет всё. Так, ну, Валькирия сейчас ускорится у нас. Ну, получается, старый приемчик от букв Валькирии ещё взятый. Возможно, из-за того, что здесь качество выше, поэтому здесь это и планшет не справляется. Что он это? Не особо уже живой. Чувство времени. А здесь качество я скачивал в самом высшем качестве. Ну как бы, в котором можно было. ダメージを受けながら俺に挑んできたあの時のあんたの気持ちが今ならわかる。お前ラファエルとバルキリーを倒す。ファエルを見た。覇王のベイブレードで。よしやるぞ。オッケー、バイセンカーバトルリスタート。 Сейчас быстрый запуск, да? Типа он какой-то не такой, как это. Он то есть обычно идет через центр, но здесь не центр. Как бы, ну потому что в центре у нас яма, наверное, именно поэтому такая причина. Ну, по сути, да, это быстрый запуск, потому что периодическая атака это в одну точку. О, так какая-то новая. Либо это уже была, просто она какая-то усиленная. Блин, что-то я забыл. А, типа да, типа это наподобие той атаки, помните, как это?
типа, как раз таки Рашад думал тоже, как, помните, это Валькирия, сейвер Валькирия была, и, типа, атака была, но сейчас Валькирия выдержала, такая, тогда, типа, она сломалась, но сейчас аналогичное дело выдерживает, и, типа, сейчас Валь должен выиграть, Валь, давай, у тебя там ноль этих звездочек, блин, мне все отстает. Не знаю, либо проблема была какая-то в скачивании как раз таки видео, либо здесь какая-то проблема. Поэтому я не знаю. Я перепроверю там, если у меня будет все плохо и с телефона выглядеть, то получается, я вам поставлю уже как бы нормальное видео по нижнему качеству, но просто я не знаю, в чем проблема. С этим скачиванием вообще полная ерунда произошла. Происходит. Скачать, то есть, с Ютуба, это иногда не очень хорошая идея, не очень она скачивается. Так, Вальд выиграл. Чё ты сплю? Короче, дальше у нас будет... Чё у нас будет-то? Ох, короче, кое-как эту серию посмотрел, потому что это было нереально. Ну, в том плане, что у меня какие-то мелькающие кадры, то ли это из-за того, что планшет тупит, то ли это из-за того, что серия так скачалась. Я вообще не могу понять, почему еще такая Томми, помимо этого, не может разрешить именно, вот, как бы, именно открыть все это для других стран, почему именно для Японии чисто вот эти вот серии, если другим приходится все равно вымучиваться, они хоть как-то получают доступ к этим, к сериям, и все равно это... Ну, ё-моё, почему нельзя открыть, типа, доступ? Если авторские права, то, блин, любой японец также может взять, скачать это и, типа, нарушить авторское право, типа, в чем проблема? И поэтому, не знаю, ну, вот такое у нас сегодня было видео такое. Какая-то реакция, по сути, мне как-то лениво сегодня вообще что-то воспринимать, я не знаю почему, как-то, может быть, погода влияет, солнышко вообще, ну, что-то не видно, как-то не особо. Ну, и, в принципе, вот такая вот у нас, вот такое вот у нас было видео пилотное за, ну, последнее, на последнее время, последнюю неделю, потому что я уже долговато так не снимал, потому что я ленивый, потому что мне не всегда помогают, это позволяют условия и твари из-за монтажа, из-за того, что всем шумят, мне приходится теперь вырезать целую кучу ерунды и мучиться с этим монтажом. А если сейчас еще видео не записалось, то все плохо. Ну, такое сегодня было видео. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в описание, пишите комментарии. Всем пока и до новых реакций. Don't let you